С 3 по 11 июля в Чехии проходил мировой рейтинговый турнир по паралимпийской стрельбе из лука и финальной квалификации паралимпийских игр. Отличный результат показали представители клуба «Одинец». Среди них мастер спорта России международного класса Наиль Гатин. Спортсмен попал в квоту на участие в паралимпийских играх 2021 и скоро отправится в Токио.